каким-то странным образом не прервалась видеозапись. Видимо, это потому, что слишком многое рассказываю. Поэтому будем закругляться. Сейчас мы проведем тест на рез волоса. И вот по звуку будет слышно, насколько он более такой, скажем так, сухой, если так можно выразиться. Слушаем. И в обратную сторону точно так же. Соответственно, какой вывод мы можем сделать? Ничем нас немцы в очередной раз не удивили. Один единственный раз, ну вернее, скажем так, два исключения у немцев возможно. Исключение номер раз. Это вот эти премиальные решения больших бритв, в частности, номеров 14. Там, конечно, они рады стараться, все делают по красоте. И решение номер два, это вот условная нержавейка от того же Хенкельса. Вот прямо удивило в хорошую сторону. Вот хорошо работает, нет вот этой сухости в ней, такой, скажем так, колкости, если так можно выразиться. Поэтому, естественно, бритвы готовы, запакуются. Завтра, понятное дело, в рабочее время отправятся законному владельцу. Вот такая вот по ним ситуация. Поэтому у меня на этом пока все. Спасибо за внимание. Надеюсь, надолго не прощаемся. До скорых встреч в эфире. Пока.